пока ошибками, да? Жалко, что ошибками. Алиев. Прихватывает снова инициативу и мяч вместе с этим Локомотив. Владеет им чуть-чуть побольше. Дуймович. Хороший проход. Пас направо. Кузьмин. Здесь успевает Кирилл Камбаров накрыть. Дмитрий Камбаров, прошу прощения, 9-й номер, конечно. Накрыть Кузьмина. Прострел. Это Колодин. И еще одна длиннющая передача над Романом Трауре. Тот потихонечку как-то начинает уже вступать в единоборство. Почаще это происходит, чем в первом тайме. Семшов